Всем шалом, всем привет! Я вернулся, я с вами. Был небольшой перерыв, но теперь я с вами. Обязательно все прочитаю комментарии и отвечу. А сегодня приготовлю простой рецепт, быстрый. Курица под солью с розмарином и чесноком. 5 секунд делается и вкусно. Килограмм соли на противень. Курочку я ее разделил на две части, и сейчас я сделаю подушку, чтобы лишняя соль не прилиплась, а подушка у нас будет из розмарина. Ребята, простой рецепт, вкусный, очень вкусный. Вот какая-то соль вот это делает какое-то чудо. Чеснок прямо вот так с кожурой, чуть-чуть откроем их, чтобы открылся аромат. Все так же кладем это на соль. Можно сюда добавить батату, можно сюда добавить картошку целую прям вокруг. Это будет очень вкусно. Кладем курочку. Ребята, это заходит сейчас в духовку на 180 градусов. Примерно на 1,5 часа, зависит от вашей курицы, какого размера. У меня здесь почти 3,5 килограмма была, большая курица. На турбу 180 градусов, 1,5 часа до готовности. Ребята, 1,5 часа ровно у меня прошло, и получилась у нас такая красота. Духовку я ставил не самый верх, а чуть-чуть ниже середины, чтобы не сгорела корочка. Корочка у нас хрустящая и красивая. Давайте, конечно же, попробуем. Посмотрим, что у нас получилось. Курочка горячая. Это все лишнее. Запах стоит розмарина в кухне, на кухне. Лишняя соль упала. Мы смотрим, что курочка сочная, хрустящая. И грудинку. Давайте порежем грудинку. Грудинка сочная, не сухая. Ребята, это все рецепт простой. Реально очень вкусно. Курочка выходит сочная. Можно гостям подать прям с противня. Это красиво и прикольно. Всем шалом в этом мире. До свидания. Литрот. Бай.